Олена Легка, керівниця Миколаївського обласного благодійного фонду сприяння дітям, організаторка ряду благочинних акцій. Михайло Адиров, лікар-гематолог відділення онкогематології Миколаївської клінічної обласної дитячої лікарні, вважає, що рак – не вирок і варто боротись за кожне життя. Друзі, зараз будемо також вас надихати і казати, що рак – це дійсно не вирок, тому що варто боротися за кожне життя, особливо, якщо це життя маленької дитини. І я так розумію, статистика все ж таки свідчить тому, що варто боротися, варто бити на сполох зарані, варто шукати шляхи, як допомогти дитині. І враховуючи ті історії, які ми вам розповідали, то, як бачите, можна навіть за короткий термін знайти ту суму, яку, здається, ніколи в житті не збереш самотужки. Гуртом, як то кажуть, і тата легко бити. І сьогодні з нашими гостями ми будемо говорити саме на цю тему. Так? Давайте спочатку, мабуть, все ж таки почнемо з статистики. Яка в нас ситуація? Хочеться, звичайно, щоб, вкладаючи гроші, вкладаючи свої молитви, можна було врятувати кожну дитинку. Але не завжди це в нас виходить. Так? Як щодо статистики? Що в нас? В цілому статистика достатньо хороша. Она не по многим параметрам не уступает и европейским странам. Есть исходно благоприятные виды рака, то есть это далеко не приговор, они исходно характеризуются высокой выживаемостью до 90%, до 95%. Некоторые виды меньше, это 60-75%. Единственное, что вы правильно сказали, что это не нами придумано, это во всем мире так. Выживаемость онкологических больных напрямую зависит от количества необходимых средств на лечение. То есть прямая зависимость, которая и выражается в выживаемости больного, потому что терапия сопроводительная, химиотерапия достаточно дорогостоящая. Если у нас, у врачей, есть необходимые медикаменты, все условия, то виживаємость буде не ніж, ніж в європейських странах. Найголовніше, мабуть, це саме вчасно звернутися за допомогою, не зволікати, так? Тому що, конечно, кожна хвилина на рахунку. Конечно, это раннее обращение, это профилактические осмотры, это выявление на ранних стадиях всегда ассоциировано с наиболее высокой выживаемостью, это раннее начало необходимого лечения, и нам легче проводить, и ребенку намного легче переносить. В нашій студії є і керівник благодійного фонду, все ж таки, от куди звертатися, от, якщо дізналися діагноз. Тому що багато батьків одразу опускають руки, і таку суму зібрати нереально, і все. Тому що, ну, навіть спілкуючись із мамою Віті Веретюнкіна, зовсім ненароком познайомились, і вже було видно, що вони просто вже почали, як то кажуть, вже втратили, мабуть, надію. Але отак от. Ну, я могу сказать, что конкретно в Николаеве и Николаевской области у нас благодаря работе благотворительным фондам, а их работает у нас, ну, больше 6 постоянных фондов, и, соответственно, и многие организации, даже школы, там, институты, какие-то просто люди собрались и предоставляют помощь. Поэтому именно в Николаевской областной детской больнице немножечко другая ситуация со сбором средств, потому что родителям не приходится собирать деньги, а уже мы работаем с каждым ребенком и стараемся обеспечивать его лекарствами, даже родителям не приходится о чем-то просить. Даже часто бывает такое, что родители даже не знают, что они лекарства получили, как бы не понимают, то ли они от государства получили, то ли от благотворительного фонда. Благодаря вот этой программе, очень большая заслуга в этом заведующего отделения и старшей медсестры, которая наладила связь с благотворительными организациями. Так получается, что фактически родители часто бывают обеспечены на 70%. Совсем другой разговор идет. Сборы средств, в основном вот такие масштабные, проходят, когда приходится, и это по техническим причинам связано, что часть лечения приходится делать за рубежом, так как в Украине на сегодняшний момент до сих пор так и не делают пересадку от неродственного донора. Потому что от родственного донора у нас уже есть прецеденты пересадок. К примеру, это наша пациентка Илона Бондаренко, которая сделала пересадку в Украине, успешно ее перенесла и сейчас находится в реабилитационном периоде.
Соответственно, и средств на эту операцию было потрачено гораздо меньше, чем, например, это в клиниках Турции сделано там, или Израиля и других стран. На що найчастіше хворіє діти? Який рак найпоширеніший? На що звернути, можливо, увагу батькам? Ну, самыми распространенными являются рак крови, так называемый лейкоз, лейкемия, белокровие. Це неспадковане? Есть наследственные виды, но часто это приобретенные, спонтанно возникшие состояние. Нам очень часто задают родители, почему так случилось, что стало причиной. К сожалению, вся мировая научная общественность пока не может единую причину назвать, какую-то особенную. Конечно, играет роль множество факторов. Для ранней диагностики достаточно ребенку сдавать анализ, общий анализ крови в любой достоверной лаборатории. Мы никогда не отказываем, детская областная больница, потому что специалисты, которые с детской кровью знакомы лучше всего у нас в больнице, два раза в год стандартное обследование УЗИ живота и осмотр у педиатра или осмотр у семейного врача достаточно, чтобы заподозрить заболевание и направить его к нам на консультацию, а мы уже, скажем так, окажем всю необходимую комплекс диагностический, чтобы установить точный диагноз и определить, насколько нам надо интенсивное лечение. Начебто, звичайні поради, так, але не всі завжди ними користуються і... Я думаю, важливо про них пам'ятати, важливо щоразу проходити медогляд, особливо водити дітей, тому що вони самі не підуть і іноді... Да, це особливо підростки, це саме така уязвима группа детей, которые, к сожалению, всегда имеют чуть хуже прогноз за счет подростковых изменений в организме, но в целом раннее выявление ассоциировано с часто полным выздоровлением. Мы возвращаем детей полностью способных дальше учиться, играть в футбол и займатися любимими ділами. Тобто слідкуйте за своїм здоров'ям і слідкуйте за здоров'ям своїх дітей. Ну а що ж, ще хотілося б дізнатися. От дивіться, є багато випадків, коли гроші зібрали всім натопом, вся Україна скинулась, так? Але ось, наприклад, я все ж таки повертаюся до Віті Веретьонкіна, знаю, що досі триває збір коштів. Збір коштів уже на зовсім інших сторінках. Тобто на офіційних сторінках якби попереджаю, що це все шахраї і так далі. От як розпізнати, де шахрай, де не шахрай? Особливо, якщо людина проживає, наприклад, не в Миколаєві, так? Вона не знає офіційних представників і так далі. Ну, в первую очередь, если человек жертвует деньги, но он должен это как-то осознанно делать и поинтересоваться, кто ведет страницу, связаться с человеком, которому он жертвует деньги. Ну, точно так же, например, вот как мы идем по улице, и у нас там нищий просит, как бы, то есть мы, ну, люди также осознают, он сам принимает, человек, который дает деньги, жертвует, он сам должен принимать осознанное решение. То есть он должен, либо он это просто там поленился, например, уточнить информацию и перечислил деньги, то уже как бы его вина. Поэтому достаточно найти самого человека, которому эти деньги, то есть тоже маму Веретенки. Не бездумно, так? Да, а ось, наприклад, є багато тих, хто збирають кошти от біля супермаркету і так далі. Чи варто кидати? Нет, чи все ж таки... в коем случае, потому что это как бы действует довольно-таки преступная группировка, которая... Мабуть, краще поцікавитися координатами. Не в этом дело. На сегодняшний момент конкретно из вот этих, из-за этих ребят, многие благотворительные фонды раньше проводили сборы средств на улице, на сегодняшний момент они прекратили, ну, года три назад. То есть из моих всех известных коллег никто сбор средств на улице не проводит. Проводит официальная акция, называется «Вицертио до Сертио». Это официальная акция многолетняя, и как бы она проходит в определенный строгий период, проходит рекламная кампания этой акции и так далее. Также проходят ярмарки, которые организовывает Елена Счастливая. Тоже они дают анонс на своей странице, объясняют, куда эти деньги потрачены, и также дают подробный отчет.
И я также знаю... Алена Радкогла також знаю. Алена Радкогла, они вместе, да, как бы. И я также... У Алены Радкогла вообще интересный проект. Она, у нее благотворительный магазин. Неодноразово показывала. Где приобрести эту вещь, и эти деньги пойдут на покупку лекарств. И также есть коробочки, которые стоят в магазинах. В них тоже можно спокойно, как бы, жертвовать деньги, потому что организации, которые ставят эти коробки в магазинах, отчитываются перед хозяевами магазина, куда они эти деньги тратят. В такому плані. Я думаю, це взагалі дуже-дуже корисна інформація, тому що дуже багато останнім часом. Ну, вони працюють, в принципі, по тим же как бы, принципам, як і мошенники. Кладуть спеціально в коробку для початку якісь средства, щоб це була коробка не пуста, і, відповідно, у людей з'являється таке довір'я. Так, більше не залишилось, що там тільки? Якщо, наприклад, там хтось положив гроші, ну, значить, це правда. Вот. Точно так же поступають і дівчатки, які у нас просять гроші на ребенка, навіть називають неправильно діагноз, вони займаються, це дві сестри, вони займаються цим в маршрутках. Вот. Да. Також дуже часто і бачила, і они, чула, да, так, они, і з паспортом. Вони навіть неправильно діагноз називають, тому що вони кажуть, що рак головного мозга, такого діагнозу не существує. Все ж таки хотілося б наш ефір закінчити позитивно. Може, побажання тим батькам, які тільки-но почули такий страшний діагноз, це саме не опускати руки, так? Ну, зараз Михаїл скаже, а я скажу, в першу чергу не боятися, тому що вони не одні. Есть мы, благотворительная организация, есть врачи, и вместе мы будем к чему-то стремиться. Я хочу пожелать огромного терпения тем, кто столкнулся с такой проблемой, и с надеждой на хорошее будущее победить ее и стать, у нас достаточно много победителей рака, которые вспоминают даже некоторые положительные моменты, изменяется жизнь часто, поэтому с большим терпением, это тяжело, конечно, пройти, с огромной надеждой идти только вперед. Щось, я дякую вам, що ви нас завітали, дякую за корисну інформацію, дякую за ті всі побажання, за те, що ви надихаєте людей творити добро і звертатися до лікарів, тому що варто слідкувати за своїм здоров'ям, тоді, напевно, все буде дуже добре.